Городская система расширяет инвестиционное сотрудничество с Вологодской областью. В Петербурге на Международном экономическом форуме председатель Совета директоров ЭФК-системы Владимир Евтушенков и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников договорились совместно развивать целый ряд направлений – текстильную, гостиничную и лесную сферы регионов. Вообще же в Петербурге ЭФК-система заключила пакет стратегических соглашений. Сегодня было подписано, по сути, два пакета соглашений. Первое касается деятельности концепт-клуба. Суть этих соглашений в том, что мы на базе этого адреса, Казанская 25, создаем такой хаб, дизайн-бюро, точку притяжения современных дизайнеров, то, что называется fast fashion. Второй пакет соглашений был подписан Гораном Малашевичем, это генеральный директор холдинга «Электрозавод». Как вы знаете, АФК-система приобрела его в конце прошлого года, и за относительно небольшой срок мы демонстрируем очень большие и уверенные темпы роста. И, по сути, соглашения, которые сегодня были подписаны, означают, что, как мы верим, в том, что, первое, этот рынок очень привлекательный, а второе, очевидно, на него надо приносить новые технологические решения, что мы будем делать в партнерстве с сильными игроками.